Интрига в деле Ходорковского остается. 15 декабря, вопреки обещаниям, ему не объявили приговор. А задержка судебного решения по второму делу ЮКОСа адвокатам стало известно только в среду утром. В суде им сообщили, что приговор переносится на 27 декабря, и их подзащитных сегодня не привезут. У дверей Хамовнического суда собралось несколько сотен человек в поддержку Ходорковского. Акция называлась «Ожидание справедливости». Милиция мягко оттесняла собравшихся с проезжей части, но не мешала им показывать плакаты, общаться с журналистами, скандировать лозунги. Среди собравшихся были известные актеры, оппозиционные политики, правозащитники. Они рассуждали о деле Ходорковского и гадали, что может значить перенос приговора. Есть такой жанр фарс-гиньоль, когда потом очень страшно, потому что потом трагедия, а все развивается как жуткий, такой настоящий, шикарный фарс. А под конец, не буду говорить, что трагедия. Фарс-гиньоль. Вот это жанр этого суда. Перенося на 27 декабря, они хотят снизить интерес и внимание к этому делу. Начало приговора – это разгар католического Рождества, когда вот никаких западных гостей не будет, все будут в отдыхе. А значит, результативная часть приходится на то время, когда россияне будут лежать лицом в салате. Я боюсь, что они просто маскируются под Рождество. Это очень старый прием. В наше время это делалось очень часто. Непопулярный приговор, чтобы меньше обратили внимание, особенно на Западе, где Рождество серьезный праздник, люди заняты семейными делами. Вот прикрыться этим Рождеством. У меня есть небольшая надежда в связи с тем, что произошел перенос, оглашение приговора на 27 декабря, с тем, что уже нет единства высших эшелонах власти, единого мнения по поводу того, что Ходорковский и Лебедев должны и дальше находиться в местах заключения. Я думаю, что они сделают так, чтобы они вышли через полтора года. Лебедев чуть пораньше, а Ходорковский чуть попозднее, в сентябре. Чтобы не участвовали они, не успели участвовать в выборах президента.